Собрать ребенка в школу, одеть, обуть и купить комплект канцелярии сегодня стоит около 20 тысяч рублей. Для многодетных семей сумма выходит приличная. На помощь детям, нуждающимся в особой защите государства, каждый год приходит пункт выдачи благотворительной помощи «Вторые руки», куда неравнодушные анапчане приносят вещи. Очень много достойных вещей, которые могут взять родители, и их дети, нарядные, красивыми, пойдут учиться и будут получать только хорошие оценки. Эта акция, она очень помогает семьям, особенно многодетным семьям, семьям с низким достатком, одеть своих детей, ну а те деньги, которые они сэкономят, направить на какие-то другие цели. Сегодня торжественный старт акции. Совет молодых депутатов оказал спонсорскую помощь в виде канцелярских наборов и красивых ранцев. А счастливые ребята подбирают подходящую по размеру школьную форму. Давай мы пока поправим это. Ну, смотрите, почти уже гимназистка. Ева Михайлова – третий ребенок в многодетной семье, которая недавно переехала из Перми в Анапу. Ее мама признается, эта акция – настоящее спасение для их семейного бюджета. Спасибо большое отделению семьи и помощи за то, что к 1 сентября сделали нам такой подарок, канцелярские товары и вообще все, что они делают для нас. Помощь в подготовке к школе окажут и адресно. Сотрудники соцзащиты с начала следующей недели начнут объезжать подопечных. Акция «Соберем ребенка в школу» продлится до 26 августа. Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа регион.